Для папайи мне понадобятся вот такие оттенки. Теплый оранжевый цвет, не сильно яркий, тоже желтый и неоновый желтый. Также зеленый. Можно взять еще темно-зеленый, но в принципе я смешивала, просто добавляла черный в ярко-зеленый, и получался вот такой нужный цвет. Так, начинаем. Также светло-серым цветом прорисовываю овал. Также она идет немного под наклоном. Отступаю расстояние снизу. И прорисовываем овальчик. С этой стороны, сверху, с левой, он будет заужаться. Такая грушевидная форма получается. Немного здесь заужаю и соединяю, закругляю. Можно здесь пошире сделать чуть-чуть. Типса большая довольно-таки, поэтому расстояние большое получается. Там у меня, где я рисовала, там поменьше размер типс. Так, и точно такую же линию параллельно прорисовываю снизу. Здесь соединяю. Так, можно даже чуть подлиннее сделать. Здесь больше вывожу. Все. Серединку примерно отмечу. Сверху тоже можно овальчик порисовать, но такой неровный. И сверху поуже. Сейчас все это делаю примерно, дальше буду закрашивать, уже подкорректируем, если что. Отправляю сушиться. Так, готовлю цвет. Основной у меня будет оранжевый. Так, не то. Оранжевый, и немного я его высветлю. Добавляю белого цвета. Посветлее получается. Им закрашиваем полностью серединку. Здесь уже чуть подальше материал увожу, закрашиваю все серые линии. И сверху поуже. Так, сушу. Дальше у меня будет зеленый. Вот в такой цвет я добавлю еще чуть желтого. Будет более салатовый цвет. Вот
тоже яркий, можно неонового желтого еще добавить. Опачки, не просох. Так, еще раз сушу. Вот это, конечно, проблема желтых и оранжевых цветов. Если чуть толстый слой нанесла, все, плохо посушила, он сразу скукоживается. Если скукожился, можно еще раз хорошо посушить и нанести тоненько еще раз слой. Так, вот здесь я еще раз прокрашу. И сушу. Далее зеленый цвет. И вот здесь чуть побольше наношу, чтобы был изгиб. Здесь уже тоненькая линия, чуть наверх. И все сушу. Серединку закрашиваем чуть потемнее оранжевым. Добавлю черного цвета капельку в такой вот оранжевый. Так, у меня больше тут коричневый получился, поэтому еще больше добавлю оранжевого, чтобы не сильно темный. Чуть-чуть просто потемнее. Сверху вот здесь оставляю небольшое расстояние. Здесь также потоньше вывожу хвостик. И начинаем затемнять. Возьмем сначала зеленый, добавлю в него черного цвета, делаю темно-зеленый. Такой цвет наношу тоненько, тоненькой линией. Конечно, сохранится эфир. Так, тоненькой линией вот здесь снизу. Сильно низко тоже не увожу его, чтобы не расширить зеленый цвет. И начинаю растушевывать.
буквально чуть-чуть. И все сушу. Здесь у меня зеленого получилось немного пошире у меня линия, и оранжевого я добавлю побольше на серединку. Сейчас посушу. Кисти, какие я использую, написано под постом. Тоненькая от Юлии Белей для прорисовки 10.0. И любая, какой вам удобно закрашивать цвета. Далее беру неоновый желтый, смешиваю с белым цветом. И чуть-чуть желтого добавляю. Еще высветлю, добавлю белого цвета. Такой цвет наношу над зеленым, тоненько линией. То есть обвожу вот этот оранжевый и здесь немного пониже его прорисовываю. Прям поверх зеленого. И обвожу по кругу. И немного растушевываю. Можно даже полностью вот так кистью пройтись по этой линии. Немного сглаживаю границу. В принципе, можно сверху и не растушевывать. Чуть-чуть высветлила серединку и сушу. Также этим цветом прорисовываю поверх вот оранжевого темного. Обвожу его и изгибом провела здесь. Здесь тоненький хвостик наверх. Также здесь изгиб и продолжила тоненькую линию сверху. Все, здесь ничего не растушевываем, сушу. Так, в оранжевый добавлю немного черного, затемню его. Здесь у меня смешан уже с черным. Таким цветом, которым мы делали вот саму вот эту серединку, я немного затемняю еще вот здесь между светлым цветом с двух сторон. Прям чуть-чуть буквально. Его растушевываем.
И можно добавить еще снизу немного. Все сушу. Добавляю в оранжевый еще больше черного. И затемняю еще внутри, чуть побольше. Прям вот этот изгиб и немного вниз. Здесь растушевываем. Сушу. Все, дальше начинаем обводить. Беру черную гель-краску. Можно еще неровности сделать зеленой краской, либо гель-лаком. Вот здесь сверху. И снизу. Все сушу. Дальше черную. Черный обвожу снизу по зеленому цвету, тоже очень тоненько, еле касаясь. Вот в этот момент не дышим, чтобы ровненькая линия получилась. Прям замираем. И сверху. Также можно выделить серединку снизу. И по яркому зеленому цвету обвожу вот этот желтый под ним. Тоже чуть-чуть буквально. Так, все сушу. С черным контуром это все.
Далее будем покрывать топом и поверх уже делать черные точечки в серединке, объемные, и они будут уже глянцевые. Так, мне нужна будет черная гель-краска без липкого слоя, так как мы не будем уже перекрывать топом. Обязательно без липкого. Можно делать и кота гель-краской. Я вот кота делала. Так. Так, сейчас прорисуем белой гель-краской и потом уже серединку. Белым цветом прорисовываю. Так, выделяю сверху над черной линией. Обвожу белой гель-краской. Максимально тоненько. Также под изгибом сверху. И чуть-чуть также над черной линией снизу. Можно вот посерединке не прорисовывать, начать вот с этого края. И чуть-чуть посерединке. Здесь внизу черной линии. То есть снизу ее подчеркиваю. И сушу. Далее по одной, по две точечки начинаю ставить посерединке и прям объемненькие такие их делаю. Небольшие. Сначала с расстоянием друг от друга. Далее я посушу. Продолжаем также немного с отступом. Где-то прям рядышком друг с другом.
Немного можно выходить за края. Ну, не везде тоже. Чуть-чуть буквально. Опять сушу. И уже где-то прям поверх. Оставляю немного расстояния между ними. Опять же, поэтапно сушу. Если сразу все это делать, все сольется, не будет такого эффекта. И прям меленькие вот, чуть-чуть добавляю, где осталось расстояние. Так, уже мухи тут полетели какие-то. Сверху и снизу можно пошире сделать, то есть вывести еще за контур сюда. Сушу. Так, и остаются капельки. Также смешиваю оранжевый цвет и объемный гель. Если оранжевый не такой вот теплый, как у меня, можно добавить еще желтого. Тоже смешать оранжевый и желтый цвет. Так, добавляем сверху. Также дрожащей рукой неровная линия сверху. Здесь поуже увожу. И снизу, прям поверх немного зеленого. Здесь соединяю. И капельки в стороны. Также можно поставить прям вот здесь поверх, либо сделать их прозрачными прям на папайе. Сейчас прорисую оранжевым и еще добавлю прозрачных. Это сушу.
прозрачным добавляю вот здесь сверху. Можно здесь. И снизу. Все сушим. Так, ну и на этом все. Такая у нас получилась красота. Так, по следующему рисунку тоже я выложу, какие материалы нам потребуются, какие цвета. И продолжим. Всем спасибо за внимание.